семье. Обе? Да. На старт, внимание, марш! Ох, как! Возможно, надо так размещать ее, так отливать фундамент, чтобы... Марш! Утро в нашем колхозе. Раз, два, три. На старт. Внимание. Марш. Ох, как. Ох, как. Давай еще раз. Внимание. Марш. Опа. Доброе утро, мои дорогие. Ну что, вот вышла на улицу. Плюсовая температура. Он, видите, уже летает. Так, Костя звонит. Ну что, вот, потеплело. Ну вот, проехали, почистили вчера. Ну, намного лучше не стал. Ой. Испачкала. Вон, видите, человек с палочкой пробирается. Кучи, конечно, нагребли. Машинам почистили. А людям вообще теперь ходить негде. Это еще сегодня суббота. Пенсионеры повылезали. А так вот, сами смотрите. Машина проезжает. А людям ходить негде. А это за мной Костя едет. Стоит или крышку поставить на свой прицеп. Вдалеке солнышко сопки освещает. Ой, улетел вон. Снегу не видно ничего. Город Кола. Представляете, какой старый город? Он на голландских картах 17 века есть. Тулома. А мы едем к Алинке. Навестить надо. Костя вчера ночью, ну не ночью, вечером по темноте ездил, там снег чистил. Там же не пролезть, сколько снегу. Железную дорогу наверху пойдет. Все развивается. Ой, главное, будка и собака лежит. Чего она тут охраняет? Все развивается, деньги вкладываются, строятся.
Машин много. Костя как цыпленок в желтой куртке. Большой такой цыпленок. Уезжать уже скоро. Ну, далеко кладбище, и доехать-то можно на автобусе, но идти очень потом далеко туда, вглубь. Поэтому без машины никак. А у Кости работа с утра до вечера, стройка, семья. Поэтому я уже говорю, как сам выберешь время, так съездим, что же делать-то. Еще я приезжаю все время зимой. Он, Людмила Викторовна, говорит, я хожу на кладбище только 9 мая, ну и на Троицу, там, на летние праздники, потому что все снегом занесено. Конечно, пожилой человек тащил лопату с собой, да, вот это там чистить. Вот, он каких-то цветочков купил красивеньких. Вот. А я приезжаю зимой вечно, летом-то я не приезжаю. Поэтому вот проблемы, конечно, с добиранием. Весна на дворе что? Угу. Никакие весенние цветочки. Так. Кладбище-то огромное, как город. Много машин сегодня, а сегодня нет никакого праздника-то, нет? Что-то я... А кому там вот такой памятник-то, не знаешь? Белый тогда огромный. Yeah. Стоит такая штука. Что-то там, наверное, сразу несколько участков. Что он под крышей, навес. Эх, прям пахнут как цветы-то. Что-то целая машина поехала. Тошка что-то замело. Тошка. Конечно, вдоль дороги удобно очень. Да. Так в середину попробуй там пробейся туда. И не просто так доехать-то, как Саша приезжала осенью, искала тут.
Звонит мне, говорит, я уже тут, мне кажется, все кладбище обошло. А ВКонтакте есть координаты. Ну вот. Да, кому надо, вдруг будет ВКонтакте. У Алинки на странице есть координаты. Место ее упокоения. А я потихонечку, Кость, сейчас. Хорошо, есть за что подержаться. Вон она, девочка наша. Вот брат прочистил дорожку. Ты лопату тут оставил? Да, я еще чуть-чуть почищу. Так, это... Здравствуй, дочка. А это мой резерв. Это для меня. Вот этот столбик. Защитником Отечества. Ну что, все, мы поехали домой, поговорили, повспоминали. Сегодня маме 40 дней. 40 дней, да. Время-то летит. А я сколько раз ходила на работу по нему. Автобуса нет зимой. Да. Саша ездила туда. Я тоже ездила. Да. Школу там закрыли. Школа, да, закрыта. Есть Мега какая-то открылась. А, это больше строительный магазин. Вот все те же. Сейды и все. Ага. Что, может, заедем перекусим? Не хочешь перекусить? Да давай, заедем. Это как рискну. Как раз полчасика у нас есть. Привет, сгоняй, может.
Поедем. Сразу такие дороги грязные стали, как растаяло. То было все беленько. Народ попросыпался. Погодка разгуливается. Вон, что творится. Не почищено, не проехать. А было утрамбовано, еще все раскашилось, просто так дорожки были чистые все. Что-то елки в этом году не убирают долго. Везде стоят. Дарят новогодние настроения. Ага. В прошлом году, в середине февраля, да? Убранные были. Ну, я же снимаю каждый год. Привет, еще раз. Ты далеко, Костян? Тут воротка какая-то направо. Городок прямо перед мостом. Так, что с Подмосковьем? Меньше мобильности, поворотный хуже, широкий. Как бы есть время. Ой, получилось, что до дома никак не доедем. Уже и с Костяным другом встречались. И опять около трески. Сейчас еще поедем на дом туда. Надо ему снегоход там померить. Сколько он в длину хочет прицеп купить. Для него войдет или нет. В общем, мотаемся по делам. Уже солнышко выходило и опять зашло. Мне еще сегодня на почту надо успеть до 6 часов. Наревелась на могиле у Алинки. Ой, как же это все тяжело, боже ж ты мой. Ой, какая красота. Вот помните, осенью снимала газончики. А сейчас вон сколько снегу вообще. Зато смотрите, вот от города вроде совсем недалеко. А вон снег какой белый. Таня, у вас прям тут сказка. Чистый белый снег. Вот эти вот. Нам нравится. Ну так. Понятно, что нравится. А сколько дел-то, работы. Да, мои хорошие, не дай бог ходить к детям на могилу. Не дай бог. Так что берегите себя, близких своих. Понятно, что не убережешь, но хоть как-то. Ну что, вот еще строить и строить. Крышу и то еще не целиком закрыли. Ну вот ворота сделали вон какие. Такие крепкие прям чувствуются. Ой. Ну вон как сейчас все это выглядит. Ничего, будет весна, все растает, откроется опять красивый газон, вот эта альпийская горка. Ну, мальчишек тут насажаются цветы.
А с домом еще... Ой-ой-ой, сколько работы. Ну вот зимой-то ничего не делается. Ждут весну, когда снег растает. Крышу доделывать, да дальше продолжать. Но здесь хорошо, конечно. Тут и воздух чистый. Вон дорогу-то слышно. Но она все-таки там внизу, ниже. И тут вот кругом елки, да деревья закрывают всю грязь. Видите, какое белое все. Хорошо. Ну вот, сейчас будет снег чистить. А то не пройти, не проехать. Какой маленький работает. Сашины любимые бугили. Приехали еще в одно место. Какие-то документы надо забрать. Вот, мои хорошие, видите, вот это мужской монастырь из дерева построенный. Человек, который взялся за это дело и сделал это. Ну, не один, понятное дело, но великое дело сделал, умер уже. Но монастырь стоит. Главное, не какой-то там каменный, а прям деревянный. Там много зданий, еще отсюда не видно все. Накатались мы сегодня прям... Мотаемся столько часов. Ну, зато везде съездили, куда хотели. Ну вот еще сегодня надо маму помянуть. Еще на почту надо успеть. Ну, я надеюсь, что это уже сейчас все. Сейчас поедем домой. Так и Таню... Ой, Таню, господи, говорю. Няню надо отпускать. У нее сегодня короткий день. Так что сейчас, наверное, поедем домой уже. Вот, а я буду с вами прощаться. Ну уж простите, кому надоели мурманские заснеженные пейзажи. Зато потом я приеду к себе в Крым, соскучусь и буду смотреть. А еще надоест вам мои хождения по Черноморску по-маленькому
и по своему участку туда-сюда. Одно и то же. А скоро уже мне улетать. Прям скоро-скоро, мои дорогие. Холодно сегодня, несмотря на то, что плюс 2, а вот это какая-то сырость, прям холодно. Ладно, давайте прощаться, а то видео получилось длинное. Будет новый день, будет что-то другое. А вы пока, мои хорошие, берегите себя. На фоне куч снега. Берегите себя, старайтесь не болеть. Я вот тоже никак не выздоровлю до конца. Что-то и насморк никак не проходит. И кашляю. А я уж думаю, может, у меня вот 2 недели как было, как я в Мурманске, может, акклиматизация пошла. Кто его знает. Вот. Давайте, не болейте, мои хорошие. Пусть все будет хорошо. Берегите и себя, и близких своих. Все, я вас люблю, обнимаю. О, как мне сегодня повезло. И посылку отправила. Никого не было на почте. И машина сразу пришла. И моя посылка. Все, поехала. Наконец-то техника приехала. Назад! Что вам что назад творится? А, это железка там нет. Железка. Ой, страшный. Не бойся. Тут и базовый. Не проехать, базовый, не пройти. Да. Базовый. Назад. Смотри, как он цепляет снег. Вот это да, смотри, как он его цепляет. Трос. Вот это а да. А где трос, трактор? Один работает, а мы наблюдаем толпа. Да. Пока-пока, мои дорогие.